Здравствуйте, нам взяли ноутбук Acer. Задняя крышка у него имеется вот такая царапина и такая маленькая. А так в целом ноутбук в хорошем состоянии. Переверну заднюю крышку. Болты все на месте. Грани не слизаны, не кручены. Наклейка также на месте. Номер модели. Кстати, покажу работоспособность. В комплекте у него только зарядка. Дисплей также без битых пикселей. Без засветов. Клавиши тоже не затерты. Так. Wi-Fi подключил. То есть модуль Wi-Fi рабочий. Так. Давайте зайдем в браузер. Видите, микрофон работает. Веб-камеру. Веб-камера тоже работает. Сейчас запущу какое-нибудь видео. Проверю звук. Звук тоже работает. Проверим клавиатуру. Видите, все клавиши работают. Давайте зайдем в AIDU. Состояние батареи покажу. Сами батарея хорошая. Так. Кристалл диск. Почему-то кристалл диск не видит же диск. Неизвестно почему. Я не могу показать вам состояние жесткого диска. Давайте запустим FunMark. Экран у него Full HD, 144 Гц.
везде температура держится. Работает стабильно. Эти кулеры сейчас работали, температура поправляется. Можем пока свернуть. Сейчас покажу вам, как работают гнезда. Все, в принципе, разъемы целые. С этой стороны точно так же флешку давайте воткнем. Флешку идет. Вот такие вот разъем точно так же. Видеокарта работает стабильно. Если будут вопросы, можете еще запросить дополнительный обзор.